Неизменным атрибутом Нового года и некоторых других праздников стал взрыв салютов и фейерверков. Во многих городах тысячи людей идут на главную площадь города, чтобы насладиться этим зрелищем. Но вы даже представить не можете, какими крупными и мощными могут быть такие пироразвлечения. Сегодня вы увидите 10 самых мощных взрывов фейерверков в мире. Фантастический по мощности взрыв можно было наблюдать в 2012 году, который устроила известная итальянская пиротехническая фирма «Ваккалуза». Мощнейший одиночный взрыв слышала, наверное, вся Италия. В этом же 2012 году серию мощнейших 24 самых разнообразных взрывов можно было увидеть в Японии, в пригороде Токио. В самом городе производить такие мощные и длительные взрывы пиротехники опасно. Японцы наслаждались зрелищем 7 минут. Взрыв самого большого фейерверка, когда-либо запущенного в Северной Америке, произошел в начале 2016 года. Это было похоже на извержение огромного вулкана. Миллионы маленьких искр застыли в небе. Подготовкой занимались лучшие пиротехнические специалисты континента. Мощнейшие и очень красивые фейерверки гремели в японском небе 9, 10 и 11 сентября 2014 года. Они похожи между собой по форме, но все три очень красивые и разные. Но самым масштабным и впечатляющим все-таки получился третий заключительный салют. Абсолютно невероятный взрыв фейерверка произошел в сентябре 2016 года. Некоторое время он держал статус самого большого взрыва фейерверка в истории. Дело было на Мальтийском фестивале фейерверков. Несколько минут в небе происходили не очень большие, но красивые взрывы. А в конце зрители синхронно ахнули. Небо озарили десятки больших вспышек. Это действительно очень впечатляюще. Мощнейший фейерверк продемонстрировала итальянская фирма Катапана в 2017 году. Этот фейерверк они назвали «Золотой дождь». После мощного взрыва, подобно каплям дождя, по небу рассыпаются золотые искры. Все-таки итальянцы умеют работать с пиротехникой. Вот такую серию красивейших и разноцветных взрывов фейерверков они устроили в 2013 году. Умеют эффектно и масштабно взрывать фейерверки и в Нидерландах. Вот такой фейерверк там можно было наблюдать в 2016 году. Это действительно внушительный, хоть и разовый взрыв. На ежегодном фестивале фейерверков 10 октября 2015 года выделилась японская пиротехническая фирма «Феникс Ранбу» с новым образцом «Последняя звезда». Самые разные, причудливые и разноцветные формы наблюдали зрители в течение нескольких минут.
Ну и фейерверк-рекордсмен, считающийся самым крупным в истории, прогремел 1 января 2018 года над островом Марьян в Эмиратах. Более 1000 килограммов взрывчатки использовалось для того, чтобы поразить весь мир. Лучшее пиро-шоу в истории длилось несколько минут и включило в себя красивейшие и мощнейшие взрывы в истории. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. На сегодня это все.